это бригадир мой, бригадир была женщина. На обложке журнала «Крестьянка» с бригадиром улыбается трактористка Антонина Ивановна Галкина. Статья первым номером «Твои думы», «Звеньевая». В те годы, вспоминает Антонина Ивановна, мысли были только об одном – на своем железном коне перевыполнить план по сбору урожая. Впереди бескрайние поля деревни Ягунина для настроения песни «Любимая, я люблю тебя, жизнь». Едешь, едешь, одна кругом, один трактор в ушах. Давай песенки подряд. Одну, вторую. И смотришь, дело двигается хорошо, день проходит быстрее. Трактористкой стала в самые тяжелые для страны времена. 1942 год. Немец рядом. Все мужчины ушли на фронт. Работа колхоза ложится на хрупкие плечи женщин. Дома ждут двое маленьких детей. Ускоренные курсы ровно месяц. Стажировала старшая сестра. Было тяжело, когда были плохие трактора. Перетяжки делать подшипником. А у нас бригада одна женская была. Так мы втроем трубу на ручку оденем и втроем заведем все. Так и после войны осталось трудиться в родном колхозе. Стаж почти 40 лет. Кавалер ордена Ленина, трудового красного знамени и ордена Знак Почета. В копилке трудовых достижений Антонины Ивановны и медали с выставок ВДНХ. Бронзовые и золотые медали за успехи в развитии народного хозяйства СССР. Почетный участник партийных съездов. Секрет, признается, прост. Надо, как в песне, любить жизнь и землю, на которой трудишься. А вот в 75-м году у меня такой был урожай. По 30 центнеров с гектара. Вы знаете, я до сих пор, у меня в глазах, вот я еду с копалкой, а сзади у меня лента картошки. К своему возрасту относится с юмором и называет себя чудо века. Вся жизнь теперь как кино перед глазами. Секрет долголетия, признается Антонина Ивановна, в труде. Мечтает юбиляр только об одном – встретить побольше солнечных дней и вырастить урожай на любимом огороде. Чего мы ей искренне и пожелали. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».